Погода хорошая, и дождика нет. У меня вот что. Что, давай? У тебя же банан. Такой усталый. Не выспавшийся. Сережа, помаши ручкой. Сережа. Сережа, тебя снимает скрытая камера. Ручкой помаши. Сергей Всем мамам. Привет, да, всем мамам. Сегодня вроде не 8 марта. Так ты Маша, если будущим мамам, так еще тебе привет надо передать. Вообще можно? Комар, привет, что ты делаешь? А это что стоит? Водка? Ты водку пьешь? Скажи что-нибудь на микрофон. Нечего сказать. А у нас по плану, по какой электричке обратно? Точно, с каких ты поедешь? Ну, первая там 16 чем-то. Я посмотрю, что она такая быстрая электричка, ну то есть приятная. Как электрички бывают быстрые и приятные, а бывают медленные и противные. Потом мы две электрички, они не выходят через... Ездят, говорят, медленные и противные электрички. Но электрички бывают быстрые и приятные, и медленные и противные. А медленные и приятные бывают? Что? Медленные и приятные. Быстрые и приятные. Не, медленные и приятные. Привет. Кому ты хочешь передать привет? Олесе. Не, я не Олеся, ты чё? Чё ты там говорил? А я говорю, дерево ломать не следует в этот раз. Не следует? Кому? Ну, скотч замотали и написали, что его не вырезать. А зачем ты его ломал? Я его не ломал. Как не ломал? Ты что, это весь сам Москва может подтвердить, что это ты сломал дерево. Саш, что ты скажешь на это? Что ты скажешь в оправдание? Контроль, готовимся, контроль. Где мой билет? Где контроль? Какой билет, Олеся? У тебя билет уже все. Где мы едем? У нас план? Где мы едем? Где мы Две? Две чупиянов на билет. Ну, завидно проехали. И чего нужно? Можно в одну зону, пожалуйста? 64. 64 рубля. А 14? А можно без билета? Нельзя. Никак нельзя. 14 рублей смотреть. 14 рублей, сейчас берем смотреть.
едем очень жестко. Мы едем очень медленно. Мы вообще правила не соблюдаем. Такие люди просто... Ну, не знаю. Особенно на поворотах. Для фото.
наверное, в группе можно посмотреть полностью. Ну это все. Это все площадка. Вот мы и вернулись с твоим велосипедом. Так, почему генератор? Ну, где еще? Туда пойдем, я уже осмотри. Гречку? Гречку возьми. А, кого возьми? Гречку. А, гречку. Гречку, да. Даю бесплатно гречку, пиво. Где очередь за пивом? Ладно, все, мы идем в очередь за пивом. Улыбнитесь в камеру. Как Упадет, короче. О-о-о-о-о! Что происходит вообще, что-то непонятное вокруг. Слушай, чувак, если ты сейчас на спину упадешь, это будет очень плохо. Поэтому лучше слезь. Да, Леся там держит с другого конца, и типа это поможет. Как туда залезть? Не знаю, что они хотят. Зарядки мало осталось. Так, Олеся вообще что-то творит, непонятно. Так. Господи. Ну все, Олесь, пока. О, потащили бревно, так не знаю зачем. Ну, Олесь, давай. А как ты спрыгнешь? Ты прям на... Алена. Ну спрыгни уже. Ты хочешь? Ну, а я тебе не советую, потому что оно сейчас может просто перевернуться. Ну, как хочешь. Чуть дураки, да я не могу. Чего они? Инженеры пьяные, зачем вы можете? Они потащили бревно в массы, я не знаю зачем.
Олесь, ты пьяная? Я тебя не буду ловить, извини. Ну, Олесь, конечно, ты боишься. Ты могла спрыгнуть там, где ниже. А выбрала... Она может упасть. Да может, конечно. Олесь, давай. Я в тебя верю. Боюсь. Ты, Сережа, Сережа, помоги мне слезть. Помоги ей, девушке, Сережа, слезть. Иди сюда, пожалуйста, Сережа. Руками я не могу. Лови меня. Олеся. Нет! Сережа, лови меня, пожалуйста. Сережа, Сережа, Сережа. Поймал. Поймал девушку. Слушай, а есть вопрос? Дебил. Да у нее все сезоны открыты. Алка сезон, белый сезон. Поэтому... Они будут прыгать через велосипед. Смотри. Пошел. Вот тот зеленым. Один уже упал. Давай. Пошел. Молодец, да, нормально прыгнул. Зацепил, зацепил, ну нормально. 0,41. Вот и победитель. Пьяные придурки. Понятно, они что? Просто подручные средства используют. Вот, это же интереснее. Давай, давай, пожалуйста, еще пару минут хотя бы. Все, поехал. 007, давай. 007, номер. Слушай, на шоссейнике прыгнул, ноги. Умница. Ну, давай, поехал, поехал. Давай, 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 давай. Номер 054. О, господи. 054. Да, вот это жестко, конечно. Поэтому мы уже через 15 минут выезжаем обратно. Будем пытаться найти дорогу к станции метро. Останавливайтесь.